День независимости, день освобождения Беларуси, 80 лет и 30 лет с вами. Сейчас очень сложный период сохранения независимости и важность этой независимости. Почему нужно и нам, молодым, передать эту суть независимости, суть освобождения Беларуси сейчас? Вам, молодым, это нужно, чтобы сохранить эту независимость, потому что без нее же не может быть государства. А если нет государства, то и нет нас. Мы рабы просто без этого, поэтому это самое главное, чтобы ее сохранить. Ну и как видите, мы вместе с вами стараемся, и что-то получается. Вы же постоянно хотели, как говорят, нагнуть вашу демократию, о которой вы говорили, изменить и заставить вступить в какие-то другие союзы. Почему именно с Россией и вот такой удивительный независимый союз получается? Потому что Россия и мы – это единые ценности, это единые замыслы, это единые цели. Как ни с каким другим государством мы имеем подобные отношения. Все-таки же не зря были столько в одном государстве. Поэтому у нас даже такого вопроса не возникало никогда. И последний вопрос. Скоро 30-летие, как вас выбрали в первый раз. Народ Беларуси в 94 году. За 30 лет какой был самый сложный период сохранения независимости? Самый сложный период у настоящего президента – это высокое доверие народа. Вот каждый день, утром, вечером, ночью, ты просыпаешься в холодном поту и думаешь, тебе же доверили, как бы не подвести. Вот у настоящего президента это самое тяжелое. Спасибо, с праздником вас, с праздником.